Всем привет, друзья! С вами я, Dare2R, а мы играем в игру Cthulhu Save the World. За Cthulhu, который идет по пути героя. И как говорит говорящее название, он должен спасти этот мир. Мы в прошлой серии мы победили босса Ниарлатотепа, ужасного противника Cthulhu. Идем, продолжаем свой путь дальше. Хотелось сказать праведный, но это не так. Пещера какая-то, смотрите-ка. Что я боюсь идти на самом деле. Что это за место? Место поклонения культа. Нужно быть поосторожней. Но они ведь поклоняются Cthulhu, то должно быть безопасно, верно? Не факт. Культисты никогда не отличались благоразумием. Скорее всего, они нападут на любого, кого увидят. Даже на того, кого сами поклоняются. У тебя какие-то странные адепты. И не говори. Да, ребят. Блин, как... Смотрите, дерево какое-то. Это ж вроде пещера. Туманный волк! И туманная змея. Так, что у них? Присутствовал при зарождении мира. Ждет заклинателя туманных змей. Блин, смотрите, сколько хп у них. Ёлы-палы. Ну, давайте. Тяжелую артиллерию сразу же. Так, удар слепоты, наверное, по змее. Да. Нет, не удар. Да-да-да, по змее, все правильно, все правильно. Так, магия. Вот так вот. Так, ну, блин, октябрь-то попало вообще. Блин, октябрь слетело. Да ладно, сейчас так заатачим. Думаю, без проблем. Ра-та-та-та-та. Шикарно. Фу. Идем дальше. Какая музыка, прислушайтесь. Наводит такой мрак просто. Ну, к нашей истории. Шикарно. Блин, опять чертовы лабиринты. Как же они любят это делать. Хо! Банши! Призрак, значится. Одна из лучших оперных певиц, что вам когда-либо встречались. Ха! Получаю удар пламенем. Нет, не удар пламенем. Щупальца, почему нет? И удар пламенем от остряка, да. Потоп. Ой, она не знает никаких приемов. Буран. Давай, давай. Еще. Неплохо. И все, и добиваем. Прекрасно. Опять эта музыка нагнетающая. Все, бежим отсюда нафиг. А, сундук. Че сундук? Как взять сундук? О, я хочу сундук. Арр! О, культисты! Вот они, негодяи, опьянел от ударов. Еще бы. Ладно, Cthulhu пускай атакует. Так, мультиудар. А нет какой-нибудь по всем? А, вот буря по всем врагам. Ну что это, 35? Ну пофиг. Потоп. И... ледяная атака. Так, кто у нас? Остряк ударяет. Пуми ударяет. Кутуха ударяет. Ну, давай. Октябрь, заверши. Да! Супер. Блин, я хочу сундук. Полюбас. Во-во-во. Как раз путь к сундуку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Одну жизнь. Одну... ну, пускай, чё? Ой, кто это? Чипорда, что это? Чипорда, наверное. Ну-ка. Милые убийцы из мира животных. Шикарно, бля. А это фантом. Никогда не бывал в открытом космосе. Посмотрите, сколько у них здоровья. О-хо! Офигеть.
Так, ну что, я думаю, стоит по ним критануть. И потоп. И... землетрясение, что ли, или чё? По одной группе соточка, по одному врагу 300, по всем врагам 75. По случайным целям сотка. А, так у них защиты нет совсем. Чип орды этой. Пах, пах, все, добиваем. Шикарно. Ничего сложного, Ктулху достигает уровня 16. Отчуметь. Удар вампира крадет здоровье. 132, но, блин, мало. Давайте повышение всех характеристик. Куми также достигает 16 уровня. Так, шанс запечатать. Что это значит? Ну, давайте попробуем. Так, все, подняли мы сундук. Идем обратненько. На елке. Арр. Так, ну, с этими мы уже знакомы. С этими мы знакомы, поэтому... Просто бьем. А маги применяют свои заклинания. Так, все, добиваем. Шикарно. Все же, просто раскидываем врагов, как... Как не знаю что... Так, блин, как пройти-то? А, чертовы лабиринты. Идем. Блин, там сундук. Культисты, снова они. Блин, можешь просто побить их? Рисковать неохота. А давайте! Просто бьем. Минус один. Ну давай. Минус два. Еще. Минус три. И минус 4. Отлично. Блин, сундук. Там можно как-то дойти до него? Ой, тут сундук. Блин. Я хочу эти сундуки. И тут сундук. Единорог. Ха! Так. Сколько? Не такой уж и невинный. Подсказывают нам. Давай атакуем единорога. Так, потоп и буран. Блин, шанс запечатать надо было попробовать. Октябрь сразу вынесли просто. Так, я думаю, стоит применить тяжелую артиллерию. Точнее, артиллерию потяжелее. Удар пламенем. Блин, сбрасывает комбо. Да пофиг, так вывезем, мне кажется. Так. Самых сильных вынесли. Сможем добить? Сможем. Шикарно. Остряк, 16 уровень. Так, ну давай повышение характеристик здоровья и маны. Блин, я хочу эти сундуки. По-любому. Арр. Ну тут просто атакуем, я думаю, проблем они нам не доставят. Да. Это было просто. Так, ну что? Да что ж ты будешь делать? Как до них добраться-то, ё-моё? А, во-во-во. Щупальце! Все еще ждет своего дня. Это фигня. Просто бьем. Их много, но у нас зато сечка большая. Каждому по фрагу практически. Все. Это тоже было несложно. Идем за нашей добычей. Так, что тут у нас? Вы нашли астральную тунику. Давайте посмотрим, что это. Так, по-моему, на Уми, да? Ой. Нет, у нее платье. Подожди. Ага, все нормально. Так, стряк.
На ком туника-то, блин? А, во-во-во. Смотрите, смотрите, что у нас. Ловкость, выносливость, воля. Я думаю, стоит одеть. Все, погнали. Это... Опять же, не составит труда. Все, просто не запаривай. Жмем крестик и все. Почему крестик? Потому что геймпад это PlayStation 3. Так, ну что, где наша добыча-то? А, во-во-во. Ага, фиг-то там. Ай-яй-яй-яй-яй. Как сюда? А, по низу, ё-моё. Давайте по низу. Щупальца. Добивание. Буря. Потоп. Просто все стихии. Буран по волкам. Ну. Все равно не добили. А, добиваем. Ктулху слился, но ничего страшного. Добиваем, добиваем, добиваем. Давайте, давайте, давайте. А, так, 15,88. Однако, ну давайте так. Все нормально. Что-то я уже напрягся, думаю, неужто мы не вывезем спешки из-за спешки. Я хочу эти сундуки. По-любому. Целых три сундука на локации. Это круто. Так, по-моему, здесь сюда. Да? Да-да-да. И нас встречает сразу же фантом. Фу. Бьем фантома. Да просто, наверное, заколотим сейчас. Да, пойдет. Давайте, 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 давайте. О, октябрь, 16 уровень. Так, поцелуй смерти. Чума. Чума, яд по всем, думаю, круто. 1500 золота, шикарно. Не зря шел, мне кажется. Так, а тут как мы пройдем? А никак мы не пройдем, походу. Ой, шокер. Это что за дерево такое странное? Ну, давайте его сразу осадим. Так, и... Ага, вон оно как работает. Ну ладно. Да, минус шокер. Опа, опа. Бац, один у... Оп. Капец. Ну все, и добиваем. Все, нормально. Хочу последний сундук. Как его взять? Как все сложно, ребята. Нет, видимо, все. Видимо, до него мне не добраться. Ладно. Ладно, выходим. Это что такое? Знахарь? Он, наверное, лечит, да? Любые виды страховок принимают, говорит. Так, я думаю, что удар пламенем стоит по этим... По этим чипардам. Ну и название. Потоп. Давайте потоп, давайте буран. Все, добиваем. Просто тух-тух-тух-тух-тух. Коцаем. Нормально, нормально, нормально. Все, выходим из этого адского места. И нас ждет следующее адское место, да? Надо сохраниться. Все, погнали. Еще один сундук. До него нам идти долго, я так понял. Хотя другого варианта нет. Что у нас здесь? Тупик. Тупик, тупик. Атакуем фантома. Просто атакуем. Давайте, руками забиваем их. Запинывайте. А так. Так, что тут у нас? Ага, ага, правильно, пошли. Отлично. Идем, 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 идем. Очередной знахарь.
Мука, может, просто забьем этих людей? Людей. Не людей. Ага, не забьем. Ладно, ладно. Ой-ой-ой, не там. Так, Буран. Ой-ой-ой, что-то все плохо. Так, нет-нет-нет. Все реально плохо. Блин, ну у нас нет ничего такого. Чтобы мы могли использовать сейчас в данной ситуации, мне кажется. Сложная ситуация. Ну и все, и Ктулху сейчас пойдет, да? Хотя он же может зелье сделать на Остряка, например, да? Так, и Остряк сейчас выдаст что-нибудь. Удар пламенем. Минус. Атака 147. Выносит. Все, отлично. Фу! Вот это было, да. Поспешил и пришлось... Во, вот здесь сундук по-любому. Да. 1800 золота. Отлично. Как же вы мне надоели. Культисты, блин. Потоп. Чума. А, по одной группе. Нет. Огненный шар по одной группе. Или чума. Или огненный шар. Огненный шар. По культистам. Кто-то там без сознания, походу. Да, Октябрь без сознания. Черт возьми. А, и Ктулху без сознания. Да, все, добивайте. Ща они очнутся и все. А им даже не пришлось очухиваться всем. И так вывезли. Так. Блин, сундук. Как мне до него добраться? Ага, я походу понял, как добраться. Сейчас этих забьем. Давайте, давайте, забиваем. Я так, кстати, и не понял, куда мы идем на самом деле. Так, нет, я не понял, как туда пройти. А, нет, понял. Нет, не понял. Да ну нафиг. Так долго идти. О, мана. Сохраняем. Нет, давайте пройдем. Ману накопили. Блин, надо сходить, надо сходить. Опять единороги всякие, ёлки-палки. Все, сейчас мы ману можем тратить вообще без проблем. Потоп и магия... Молния. Все, добиваем. Супер. Идем за сундуком все-таки. Ох, как меня это напрягает-то. Ой. Удар пламенем по деревяхе. Потоп. Молния. Хватит меня колотить. Все, добиваем. Ктулху, уровень 17. Ничего, мы так подкачались, я скажу. Так, выносливости, воля. И к ловкости. Давайте к выносливости, воля. Ой, блин, я не посмотрел, поспешил. Черт возьми. Так, что-то я не понял, слушайте. Что, собственно, куда мы вышли-то? Ну ладно. Сейчас выйдем, короче, отсюда. Я что-то, блин. Нет у меня большого желания тут бродить. Поэтому выйдем.
Все. Или не все. Добиваем? Добиваем. Все нормально. Все, выходим отсюда. Нафиг. Нафиг, нафиг. Где там мана была? Вот она. Все еще раз сохраняемся, левелапнулись. Че бы нет. Ой-ой-ой. Сейчас же может быть босс, да? Что это за зверь? Принцесса обезьян. Не дайте титулу принцессы вас обмануть. С такой принцессой лучше не ходить на свидание. Говоришь по собственному опыту, Ктулху? О, принцесса обезьян. Ни в коем случае не называйте ее чуваком. 13 500 хп. Ха! Офигеть просто. Так, можем ли что-нибудь сделать мощное? Темная атака. Так, приемы. Нет, видимо, удар пламенем у нас самый мощный. Ладно. На себя стряк будет чаще атаковать. А вот это неплохо. Так, магия. Чума, печать. Блин, попробовать печать, что ли? Давайте печать попробуем. Ага, о как. Остальные враги неуязвимы, пока жива принцесса. Нет эффекта от печати. Прискорбно. Ладно, чё, мочим принцессу. Чума. Так, чё бы такое на тебе, блин, испытать-то? Тёмный взрыв, да пофиг. Блин, вот ещё бы волки не атаковали, ну, совсем, наверное, было бы просто. Так, отлично. О! Так, неплохо. Я думаю, стоит подлечиться, да? Нет, нет, не Ктулху только. Не от Ктулху. А, мы можем уже объединиться со стариком, да? 720 внести. Давай. Удар слепоты. Было бы неплохо. Давайте так и сделаем. А ты у нас вылечишь остряка. Воу-воу-воу, ребят. 1 хп. А, во, все. 1 хп у Ктулху просто. Я думаю, Ктулху на себя сейчас сделает зелье, потому что что-то я боюсь, что он сольется. Давай, атакуем принцессу. Удар слепоты. Блин, что-то у некроманта нет какого-нибудь офигенного удара. Кроме огненного шара в 300. Ктулху погибает, блин. А? И Уми погибла. Блин. Мультиудар. Нет. Нет. Сколько у них хп осталось? Да дофига еще. Давай зелье на Ктулху. Давай зелье на Уми. Чем мы сейчас будем зельями пользоваться сейчас? Поражение, ребята. Еще раз. Так, нужно что-то более крутое. Вызов Кракена. По 7 врагам 88. Ну, что это такое? Смелая атака.
Смелая атака. Нет, это мало. Мало-мало. Так-то можно попробовать вынести сразу волков, чтобы они не мешались. Попробуем, да? Нифига не получится. Или получится? А, они просто под защитой, то есть они не неприкасаемые. Ладно, добиваем тогда их. Вообще все силы в одного просто. Удар слепоты по макаке этой. Так, сколько осталось? 5, отлично. Добивание 460. Нет, удар пламенем давай по этой. Здесь атакуем. Так, да. По всем врагам. Ты, наверное, зелье дашь Ктулху. Фух, да. Все, неплохо, неплохо. Сейчас эту добиваем, собаку. И все. Так, собаку, собаку. Кем бы добить собаку-то? В принципе, ладно, я думаю, маги справятся с ней. Чего вы не добили-то, э? 8 хп осталось. Ну, блин, ребят. Даете. Фу, хп на остряка. Я, ребят, очень сосредоточен. Сейчас хочу... Собака. Блин. Ктулху, добивай эту собаку. Блин, зелье на уме. Фу. Фу. Так, все живы, все пока живы. Супер. Так, зелье на октябрь, прием. Огнефизическая атака, прием. Ослепляет, оглушает. Стряк погибает. Твою же ж. Фу-а. У меня нет зелий. Твою же ж. Так, принцесса без сознания. Да, все. Как раз время восстановиться. Так. Удар пламенем. Удар пламенем, магия. А сколько у Ктулху здоровья? Ага, 196, вижу. Чума.
Так, пора лечить октябрь, да? Добивание 564, не, поднакопим еще. Добивание, так, магия, полное лечение. А, сброс комбо, блин. Ну давай просто лечение, попробуем. Такая музычка, вообще тема, тема, тема. Ктулху погиб. Что ты будешь делать? На скорее выносить. Скорее выносить надо. Так, Туху отлично жив. Прием. Давай. Прием. Так. Блин, полное лечение, что ли? Так-то по-хорошему сделать удар слепоты. А, один раз забой. Ар-ар-ар-ар. Давайте полное лечение на октябрь. Офигеть, 196, она всекает, вообще капец. Все, сейчас потихоньку забьем, ребят. Чую-чую, сейчас забьем. Так, и давай, что-нибудь сделай крутое. С 230% мощности у нее уже. Блин, магия, полное лечение на Ктулху, прием, магия. Чума. Стряк погибает, да что за, блин, мясоповал вообще. Уа. Удар пламенем, магия, полное лечение на остряка. Так, магия, темный взрыв. Уми погибает, нет, 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 только не Уми. И у меня ничего нет, у меня нет ни зелий, ни... Ай-яй-яй, осталось-то вообще чуть-чуть. Все плохо, ребят. На самом деле все плохо. Нас с одного удара выносит. Темный взрыв накладывает безумие, пофиг, че. Все, остался один Ктулху. И он не может, не может больше сопротивляться. Как же так-то, нету зелий, блин. Все. Это поражение, ребята, блин. Все, последний раз пробуем в этой серии. Как бы так сделать? Может удар щупальцами, да, по всем сразу. Потом прием. Ну ладно, удар пламенем. Наверное, надо раньше начинать лечиться. А, подождите, мы же можем... Или не можем? Подожди, чувак, чувак. У тебя же есть на всех союзников ловкость, да. Хотя нет, давайте пока в безумие не будем ее вводить. Что-то она и так мочит не по-детски. Молния по случайным целям. Да 7 урона, это капец мало. Придется все-таки их валить, валить придется.
Лечение. Так, отлично, подлечились. Принцесса отравляется. Сейчас она будет потихонечку терять свое ХП. И это хорошо. Потоп. Магия. Молнии. Остряк погибает. Да чтоб тебя, а? Чтоб тебя, блин. Октябрь погибает. Да что вы никак не можете-то его убить, ёлки-палки, собаку эту, блин, призрачную. Давай-ка зелье на себя. Что ты можешь сделать? Может, чуму на тебя? Или печать? Давай печать попробуем. Нет эффекта. Фу, собак вынесли. Так, сейчас надо... Наверное, на стрека, потом прием. Удар пламенем. Магия. Ну-ка, прием. Шанс ослепить. Давайте. Это жесть. Так, что же сделать? А, да. Подожди. Ты делаешь добивание. Ты делаешь... Нет, не зелье, а полное лечение на Ктулху. Огненный шар. Уми погибает. Ну, блин, ну как так-то? Так, Уми жива, отлично. Зелье на Ктулху, что ли? Давай удар слепоты, ослепи ее. Блин, я то и делаю, что лечусь. Так нельзя. Удар пламенем. Удар пламенем. Зелье. Нет, не зелье. Хотя, чё бы не зелье, давайте на октябрь. Ага. Сделали, блин. Жесть какая, блин, не думал, что я с таким врагом встречусь так рано. Так, давайте, Ктулху, защищайся. Зелья закончились. Все, приехали. Ну и с какой он большей вероятностью, блин? Чтоб тебя. Удар безумия, добивание. Зелий нет.
Честное слово, это жесть. Защищайся. Так. Удар. Лечение полное на октябрь тогда. Во. Отлично. Так, давай теперь ты защищайся, а ты полное лечение на Ктулху, а ты атакуй. Бестолковые какие-то атаки у меня получаются. Короче, удар пламенем. Удар пламенем. О, уклониться? А, это просто, типа, защищаться. Так, прием, магия. Полное лечение на октябрь. Бестолковая фигня! Удар пламенем. Оглушает, короче. Так, прием. А все мы. Все, Уми погибла, у нас зелий нет. Это конец. Это конец. Все, да. Это конец. Фу, ребята, блин. Короче, попробуем в следующей серии, не знаю. Я не думаю, что я встречусь с таким врагом, серьезно. В общем, на этой грустной ноте с вами был Dare2R. Мы играли в Ктулху Save the World. Если понравились, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, всем удачи и пока.